have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и по традиции мы будем, наверное, начинать главу именно отсюда, а не с самой катсцены, потому что там сейчас сразу прям экшен начинается обычно. Ну, экшен. Эй, wakey-wakey! Bury something. You're lucky, you know. Your everyday corpse robber usually gets a sword in the belly. No questions asked. But me... А что? I've got an eye for that fancy jewelry. And you're lucky I like gold better than blood, Lady Daroon. Where is my brother? Shut up! The better you look, the higher the ransom. Might have bruised the goods a bit too much already. The ransom? Who's paying it? Oh, you'll see soon enough. You're not in your shadow anymore, so cork it, all right? Mangy. Ну, тут, я так понимаю, британцы воюют с французами, если чё. У нас какой-то ниндзя освобождает. А, это те двое, которые были на поле боя. Почему они нас решили освободить? Мотивы в студию. Надеюсь, нам объяснят. Потому что в то время... Быть просто так добрым. Такое себе удовольствие. О, я что, без мелкого похожу немножко. Мелли, the other one's Arthur. This is all your fault. Where is my brother? Hey, keep your voice down. Those dogs took my sling. You don't need it. А, я понял. То есть только чистый стелс. Я остался без снаряжения, но это и логично, в принципе. Ни прощи, ни рюкзака, нифига. The guard. Arthur will make him move. What? How? A distraction. He's waiting for us to tell him where and what. So keep your eyes open. Пощите отвлечь врагов, нажмите Q, чтобы Артур... Чувак, сама незаметность. Я тебя понял. Я просто тут лутецки собираю погодь. Откуда он знает, что я выбрал именно эту бочку? Ты куда свалила? Мне же явно не сюда, да? Давай, давай, убивай. Ну, просто я не вижу другого способа. Тебя спалили, ты уже все, труп. Вот это. Она туда побежала. Я думал, что нам... Ну, как бы это нелогично, что нам туда. Я понимаю, мы же отвлекаем внимание здесь. Но в прошлой серии уже были нелогичные какие-то поступки, поэтому... Да, ну тут я натупил, ладно. Я тебя понял. Нельзя разбудить солдат, нельзя, чтобы бутылки падали. Лутание. Ты на секунду отворачиваешься, что-то лутануть, а она исчезает моментально. Он за стрелами идет.
was arseholes to charge in without thinking, looking to make Mars of themselves. Heroes and their armor shining in the sun. Let's go. To find the weak point and BAM! Easy target. Хорошо, тут более-менее понятно. Я чувствую напряжение не от того, что вокруг враги, а от того, что я упущу, куда она пойдет, и... А куда нам? Нам туда? Наверное, туда. Значит, надо отвлекать котелком. Ага, я правильно угадал, мы идем сюда. Ну, потому что тут белым помечено, я сейчас пытаюсь уже на это присматриваться, тут белым помечены места, куда надо идти. Вот та локация с трупами меня немножечко приучила. Французов называют Валуа, по-моему, насколько я понял, да? It is rather odd to be so interested in the children. Why don't you go ask the sister some questions? She must be awake. Oh no! Don't worry. It was bound to happen. Он в той палатке, что ли? Я что-то подозреваю, что если я там перелез, зачем я там перелезать? Но если бы я там перелез, то меня бы там и грохнули, по-моему. Открой! Would you, please? Мне нужно. There you go. Enjoy. Well done. Come on. Все. I'm coming. Сундуки тут такие, кстати, как в последнем God of War, когда ты открываешь сундук, там полно добра, а Кратос такой берет только одну единственную вещицу сверху, и все, и весь сундук нафиг не нужен. Также сундуки и здесь они сделаны. Это был фейл. Я заболтался. Чуваки, реально, настолько... Ну, я не знаю, может быть, кстати, это мой этот прокол, или это такая фишка с камерой. Ты идешь, ты его впритык не видишь. Silence. Я практически врезался сейчас в этого чувака, честно, не видел его. Вот он, спит. Ну... Там лутецкий лежит, его надо забрать. Кожа. Кожа это святое. А-а-а, чуть... И черт, это полный уже. Чуть на бутылку не наступил. Куда мне вообще? Сюда хоть правильно иду? Да, правильно. You're crazy. What? We got through, didn't we? Just. Just. С другой стороны, наш стелс хоть немножечко оправдан. Мы не играем за чувака, который убивает сотни, и потом вдруг он решил постелсить. What do you mean, the girl? Come on, spit it out. The girl's escaped. Her cage is open. Everyone's looking for her. Shit. Spread out. What's the deal? Он просто сказал shit, а перевели как козье дерьмо. Это такой переводчик такой сидит. Пожалуй, добавлю-ка я изюминку от себя. Ну и от пацана, естественно, все свалили. Он же никому нафиг не нужен, правильно? Ну, не знаю, вот это немножко сомнительная тема. Hugo, I'm here. Amicia. Are you alright? Are you hurt? No, get me out, please. We have to get that cage down.
It's all right, Hugo. Listen, my sling. Did they have it when they locked you up? Yes, they put it in the trunk there. Right. Да, я тебя уже понял. Мелли, открывай. Я за камушками. Почему ты не можешь камушки? Ой, тут есть верстак. Ой, тут есть лутецкий. Все, пусть она пока открывает. Я сейчас... Да, прекрати паниковать. Я только что был за 3 километра от тебя. Finally. Now, Hugo, I need to get the cage down. Ой, я могу что-то скрафтить. Карман поместится по 16 материалов. Или скарб. Меньше шума. Да давайте меньше шума. Not bad. Not bad at all. Сядь. Спасибо. Я понял, мне надо сбить клетку, это я видел. Мне нужно эти забрать. Да успокойся ты, паниковать, мелкий. Что ж ты... Панические атаки, черт побери. Стой, а больше я ничего не могу сделать? Не, к сожалению. Ладно. Да сядь. Хорошо. Мелли, the lock. А, то есть ты здесь сидела и без приказа не могла открыть этот замок. Ну, блин, просто чудесно. Я понимаю, что вот это как раз игровая условность, но, блин. It's all right, Hugo. We're going to get out of here. Amicia. Эту скрипучую клетку никто не слышал. And I wouldn't see you again. Well, now you know that's not true. Отлипни, нам идти надо. We're staying together, right? Of course. And we're going to go with Melly. She's here to help us. She's the thief. And she's sorry she turned us in earlier. Aren't you, Melly? Yeah. I'm a bad girl. Happy now? Can we go? Take my hand, Hugo. Let's get прозвучало going. Немножко yes. по-другому. There's a way out to the far end of the camp. If you really know how to use that sling, you'd better go first. Покиньте лагерь. В какую сторону? Нам туда, туда. Куда нам? Ну ладно, оттуда мы пришли, допустим. Ну, вряд ли игра будет заниматься таким жестким бэктрекингом. И говорить нам, теперь идите отсюда. Хотя... Знаете... Я обязательно с той стороны подойти. У нее ручки коротковаты. Забрать это отсюда, ладно. Попробуем. Значит, исходим из того, что нам куда-то туда теперь идти. Хорошо, пойдем. Проблема в том, что мы ходим чрезвычайно медленно, что, в принципе, блин, и понятно, с мелким на руках. Но каждый раз это проходить и перепроходить из-за этого становится сплошным мучением. Ну что ж, пока что мы идем по задам, и все нормально. Итак. Так нас этот парень увидит? Попробуем пробираться вот так. Тут я не смогу, конечно, пройти, да? Да, спасибо. А почему ты не сгорел? Да не буду, пусть убивает. Вы мне предлагаете камнями их вырубать. Хорошо, я понял. Я забрал там эту штуку? Не знаю. Пофиг, честно, пофиг. Давайте. Нет, наверное, не забрал, потому что мне этих 9. Хорошо, давайте... О-о-о. Это была ошибка. Это была ошибка. Давайте здесь переждем, хорошо. Ну,
Ну, тот план был неплох. Вырубить чувака, пройти как-то. Ну, свали отсюда, давай. Кыш, спасибо. Пока я тебе голову не проломил камнем. Ты предлагаешь мне перебить их всех? Там есть, если что, камни в шаговой доступности, так скажем. Минус два. Ладно, давайте, там вряд ли будет больше трех камней. Я сейчас заберу эти камушки, чтобы потом... Блин, где это было? Неужели я так далеко успел уйти за это время? Да, видимо. Взяла, вылезла оттуда. Ну так проще. Если у меня есть такая возможность, так реально проще. Спасибо. Ты меня пугаешь каждый раз, блин, до кровавых соплей. Ёпарес это, я думаю, что это сейчас какой-то солдат вылез. А, их лутать можно. У них есть селитра. Открой сундук. Уйди! Блин, пошел лутануть. Он сейчас будет отходить, я попробую его хедшотнуть. Да не видишь ты меня, не видишь, успокойся. Блин, я хочу этот сундук. Тут камни есть, если что. Я хочу этот сундук. Если он будет стоить еще парочки британских жизней, я на это согласен. Вот тут это того стоило. Вот тут это того стоило. Потому что иначе бы я не выбрался. Так, и как мне выбраться? А, просто вот так? Ого, крестомордый пришел. Чувак, мы там тебе чуть-чуть народу поубивали. Children, Melly, о, бомбануло. Валим, 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 валим. А, я за камнями вернулся.
Ну, естественно, он же не будет бежать. Он, блин, же этот паладин. Паладины не бегают. Естественно, а ты думала, тебя так отпустят? Подбирай скорее. Чё ты как это? Валим. До свидания. До свидания. Минус два. Хорошо, что на ходу доводочка работает. Это босс. Надо было двоих только снять. Серьезно, ты собралась под трупом убегать? А, не убегать, просто я думал это. Минуточку, а если стрелы пробивают труп насквозь, то какого фига было укрываться под трупом? Ну так, на секундочку. Ну ладно. Хорошо, это была короткая глава, согласен. Тропа идет вперед. Собственно, мы тоже. Топаем. Блин, вы представляете сейчас, как от них пахнет после всех этих приключений, трупов, поля боя, чумы, всего этого говна. Просто представьте на секундочку, как, какой от них сейчас запах идет. Ну чё, Амиция у нас потанковала немножко. And Lucas, he's waiting at your chateau. All in good time. We're going to see Lucas again? I hope so. I like Lucas. He's nice. Save your breath, Hugo. We're on the right track. Let's keep moving. We're not safe yet. Че, бежать за тобой или идти? Tell me, what the hell are you doing with the Inquisition after you? What's so special about the little guy? It's complicated. And what about your brother? Will he be all right? He'll catch up with us. He really saved our lives. It was incredible. Hey, don't get all lovey-dovey. He'll break your poor little heart. No. Hey, I'm in. Yeah, we're going to use it to cross. What? А почему средневековое здание, развалившееся, как будто вот оно, ну то есть тогда оно разве не должно... Не, ну я понимаю, что оно может быть тогда уже было старым и заброшенным. У нас есть взломщица. It's open. Французы такие французы. It's for crushing the wheat. Спасибо. По 16 камней потом можно будет таскать, в следующий апгрейд я видел. Я бы хотел его получить. Я не знаю, правильно ли я сделал, что... Клацать надо, что ли? Да, клацать надо. Виктайм-ивент и все дела. Ты перепрыгнуть туда не хочешь? All we have to do now is cross over. You now, Melly. This is where we see if it'll hold up. Well, скорее беги, наверное, немножечко, не? Ну все, отпусти.
А, я понял тебя. Нужно вот так. И вон туда. Все, я понял. Ты мелкий такой бегает. Он типа запирает дверки. Мы держим дверки, а он их запирает. Или не дверки, колесо, допустим. Не, не колесо, двери, наверное. Все, отпускайте. Черт! Мелли, can you look after it? All right. Go on, Hugo. Very well. That's it. Stop. Yes. Stop. Yes. Так, блин, а как тогда? Стоп, ребят, сейчас разберусь и сделаем. Все, что мне нужно было сделать, просто самому отпуститься. И почему-то это не срабатывало с первого раза. Не знаю. Просто немножко кривого управления. Это неплохая игра, или что? Просто немножко кривого управления. Ладно, такое бывает. Без... Я не заберу нифига. А давай я вот это сделаю. И вот это сделаю. Ну что? Да, и теперь я это заберу, и это заберу. Хорошо. Так тут версточело есть. А сделать я ничего не могу. Спасибо. Мне не хватает. Ладно. Давайте ломаем. Go through here. Come on. You trying to impress me or what? No. All right, come on. It's pretty here, and it smells like earth. The Yankee Duck. Is that where Lucas is? I hope so. I doubt this castle is going to look like much. Why? This used to be a village, but it was reduced to rubble in just one night, years ago. Some say there's a curse around these parts. Amicia? She's joking, Hugo. Of course I am. Since when do I say anything true, eh? Do people live here then? Yes, but they left. Where did they go? Somewhere else. A bit like us. Yes. Я скинул, подумал, что сундук пустой. Просто открываю, и нет никакого обозначения, типа, что можно делать, что нельзя. Давайте я здесь подлутаюсь, просто верстак недалеко. Вот, тут цветок. Oh. You know what that is? Hawthorn, I think. Nobody likes it because of the thorns, but it's good for the heart. Well, aren't you a fount of knowledge? Mommy taught me. You can teach me then. And will you teach me how to use the sling? It's a deal. Хорошо, гербарий мы пополнили. Где-то один цветок мы все-таки пропустили. Но неудивительно, в каком говне мы ползали. Шипастый кустарник, который часто обозначает границы садов и владений. Он считается символом осторожной надежды. Боярышник является героем множества легенд. Так считается, что терновый венец Христа был сплетен именно из ветвей этого кустарника. Отвар из боярышника успокаивает сердцебиение и нормализует дыхание. Хуго! Нам нужно костерок развести. Сейчас мы этот кустик весь схаваем. Блин, тебе как раз нужно успокоиться немножечко. А то ты что-то слишком нервный последнее время. Хочу ли я... Да сейчас придем, погодь. А я могу... Так, этого я могу только по одному таскать, да? Очень жаль. Сейчас я на секундочку к версточку смотаюсь, потому что мы тут подобрали всякого лутца, а вдруг... А, понятно, спасибо, да, очень информативно. Верстак при этом до сих пор подсвечивается и активен, но пройти к нему уже не могу. Спасибо, игра. То есть, хочешь, не хочешь, ну не хочешь, ладно, не надо. А тут ничего нету? Блин, ну как тут ничего нету, ладно. Пойдем дальше. Амисия. Хьюго, what are you doing? У него приход очередной. Хьюго? Хьюго, look at me. Is it starting again? Your head. It's like... Somebody's going inside. My legs... My legs are shaking. Don't say he's been bitten. It's not the bite, it's...
something in his blood since he was little. I'll have to carry him. Climb on my back if you can. Come on. Sorry. Don't worry. If it's in his blood, what about you? I'm fine. Lucas is trying to slow the effects down. That's also why we're going to the chateau. Вообще-то шато это просто замок. I'm scared. Ну, потому что мы играем за французов, мы идем в шато. Don't worry. We're all scared of what's in our heads. Here we are. You'll be able to rest. At last. Help me lift this. I'm coming. Серьезно? Can you climb down, please? Это выглядит нормальным помещением. Is this your house? It's a hideout, lad. It's meant for hiding out, not banquets with lords and ladies. Вот куда ты свои лапы сразу тянешь? It's my brother's. That's worth a lot, that is. How long have you been living like this? Like ruffians and beggars, you mean? Family tradition. Our dad was a piece of rubbish. Tried to beat us one time too many, so we skedaddled. But you, you're almost royalty. Royalty? Monsieur. What does huh mean? I'm cold. Can't you see? Look at us. We've lost everything. What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your mate Lucas. He said you're rich. Just forget it, all right? Take Arthur's straw mattress, and when he finally gets here, we'll have a proper discussion. Нас пытались спасти, потому что мы богатеи. Это было бы логично, если бы солдаты обыскали все вокруг. Эй, men! This way! I need some help! Where does that go? Outside. Yes, but where? Just trust me. And your brother? He should have been here by now. Sorry. Don't give up on him just yet. Shit. Stay down. He has a helmet. Ah. Oh. Devorantis. What? Devorantis. Saltpeter and alcohol. It burns your face and melts steel. No one can keep their helmet on with that. Get some ready. All right. У меня, ага, какая-то новая фигня, что появилась. Aim for the helmet. Hit him on the head with a rock. Go on. То есть сначала сними с него шлем, потом выстрели ему в голову. Это я, пожалуй, заберу. Спасибо. Новая механика. Shit. Look. There's one with a helmet. You know what to do. Yes. Any idea where the whetstones are? In one of the boxes. But it's an unholy mess in there. Побольше клювом щелка, чувак. Мне нужно подлутаться. Да-да-да, сейчас. Это все, между прочим, забирает ресурсы. Так что лут еще никто не отменял. Интересно, мы потом будем прям целое отделение выкашивать таким образом. Oh,
Listen, Amicia, you have the sling, so you go first. Hugo, you keep a lookout and stay quiet. All right. Understood. They're still looking for me. Да-да-да, ты тут главный чувак. Ёлки-моталки. Так, кто в шлемах, кто без? Вот эти все в шлемах, да? Давай ты отвернешься. Блин, по-моему, я... Ух, там за бревном оставаться было опасно. Блин, как он увернулся в последнюю секунду от этого камушка. Блин, я не знаю, я хочу их всех перебить. Они мне не нравятся. Я знаю, что это затратно по ресурсам. Ладно, по крайней мере минус 2. Пойдем дальше. Чем меньше тут будет этих дебилов... Так, этот у нас без шлема. Я немножечко не различаю на этом расстоянии. Ну-ка. Так, я не попадаю в него, да? Класс. Короче, если он без шлема, на него подсвечивается, что можно его убить обычным камнем. Они падают, и у них теряется факел, что тоже хорошо, мне это выгодно. Где лут? Вот же что, зараза. Так, вот это вот... Чувак, мне это нужно, оно все тут на свету, и поэтому я это заберу. Ко мне у меня 5 штук осталось, кстати, да. Нет, лутец нужен. Нужно сейчас попробовать. Ну, с них хоть камни обратно дают, и то нормально, потому что для произведения всего этого опять же нужны опять камни. А, я сейчас просто истребляю их потихонечку. О, там еще лутецкий есть, это хорошо. Нечку, вы хотите сказать, что он в шлеме, что ли? Оп-оп-оп-оп-оп-оп, валим отсюда. Вы же меня не видите? Ох ты ж, ё, они копьями кидаются. Ой, блин. Это откуда я сейчас начну? Я не ожидал, что их двое. А, отсюда. Ой, это хорошо, что отсюда. Ладно, этих троих я тогда трогать не буду. Ну, то есть, троих я не раскручу, это явно. Они все в этих, да?
Можно и поотвлекать, конечно, не обязательно ж убивать всех. Даже не знаю, но нам туда. Я думаю, я смогу тут аккуратненько пройти. Так. Grand Inquisitor is being pretty tough on Lord Nicholas. Oh, Nicholas is used to it. They don't call him the Scarlet Monk. Я могу там что-то подобрать? Нет, оно просто звенит, типа. Я понял. What? What was that? Let's check it out. Не надо тебе это проверять. Ноджиш, чё вы такие глазастые? Nothing. Нет, не это. Мне нужен... Блин, обычные камни. А, там этот чувак, да? Блин, он тоже сюда идет. Мне нужно просто к воротам. Я смогу это забрать или нет, мне интересно. Надеюсь, что да. Просто валим. Это было ценой в один камень, да? Куда нам сюда? Хорошо. Но неплохо, неплохо. Один раз всего лишь зафейлились. Вот это была интересная, прикольная локация. То есть, игра не заставляла нас ни убивать, ни щадить. Просто вот тебе локация, вот тебе инструменты. Делай то, что нужно, чтобы пройти. Это приятно. До свидания. Надо не торопиться. Я хочу, я тороплюсь, и поэтому выбрасываю лишний камень. А такого делать не надо. Так, у меня всего 6 камней осталось. Чувак, лута, лута не будет, понятно. Кстати, вот, это разумная мысль. Блин, сборище детей просто, офигеть. Кстати, я начинаю потихонечку переживать за ее брата. Просто чувак нас реально спас. Надеюсь, он живой. What's all this? An accident? An inquisition cart? Rats. There must be things we can salvage from inside. I don't see how we can get past. Oh, Amicia, I have something for you. It's a byproduct of Ignifer, Luminosa. You throw it into a pile of rats and... Anyway, you'll see. Here, take it. Опа. Salt, beta, alcohol and liver. Mix them together. Ага, я только одну могу такую. Держите. Нас, главное, это не задевает ни капельки. Так. Ниночку, я не могу ничего скрафтить, потому что... Потому что мне не хватает, блин, буквально чуть-чуть совсем чего-то. Тут надо 10 и 3. Ага, вот этих вот, ну, так скажем, что это у нас, жидкости какие-то. У нас их не хватает. Но здесь много чего не хватает. Здесь нужно 15 веревок. И... 10. Здесь одну... Для дополнительной сумки мне не хватает всего лишь... Так, я понял. Если бы я сейчас лишнего не скрафтил, да? Оно все тратит. Угу.
черт. Мне в любом случае понадобится еще одна такая вещь, я ее сделаю. И теперь будем, наверное, копить. В рюкзаке нет места, по одному. В общем, собираем бутылочки. О, это я раньше не заметил. Собираем бутылочки и постараемся, чтобы у нас их было 9 к следующему верстаку. Я же 2 верстака пропустил. Yucky Doc, we're nearly there. Finally, we're going to find out at last. I'll help you up. All right. То есть у нас крафт того, что нам нужно, и крафт на улучшение из одинаковых вещей. Мелкие слова учит. Милли, where's your brother? I don't want to talk about it. All right. Ага, я понял. Мои нужны мои спецспособности. Well spotted. Зачем мы сели? Заберись, пожалуйста. What? Is that it? There's nothing here. Lucas, don't tell me we've done all this for nothing. No. Laurentius was smarter than that. It's an alchemist's trick. Gold is born from lead. The door shall only reveal itself to the one who has the key. Something like that. Mm. I prefer use your eyes before using your mouth. Who's going first? Nice one. Amicia? Come on then. We've come this far. That's my girl. Заберитесь в акведук. Ну, красиво. Is that the sea? No. Это море. Hey, there's a pontoon. People used to use this place. We're on the right track. Well done. У нас дефицит камней. Ёпарасоте. Круто, да? Так, там что-то есть, погоди. A boat that's propelled by a rope. You pull it by hand. There's a hand crank. Это я, пожалуй, заберу. Ну, ребятушки, на самом деле, я надеялся, что... Французы, такие французы. Мы сейчас переправим этих двоих, а кто переправит потом нас? It won't work by itself. Go across with Hugo. We'll come afterwards. Нет! Are you sure? Что? Yeah. Нет, 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 нет! There's enough room for two anyway. Да ну словите же... Блин, я просто нажал правую кнопку мыши, и она все отпустила. В прошлый раз, когда я это делал, когда реально нужно было отпустить, нифига не было. А сейчас... Да ну ёпарас это... Идите, блин, вам что, Q нажать надо? Я не могу сейчас ничего делать при этом. Ни Z, ничего. Кстати, тут что-то есть. Can you do it, Melly? Lucas, come and help instead of sleeping. Yes. The water's green. Well, that's because there are a lot of things. А, я должен был этих двоих припахать сначала, что ли? Father took us to the lake at Tuv, and I slipped and fell in the water. It was so cold that made me cry. А зачем мне было возможность самому крутить? I would have cried too. Your boat awaits. Shall I get in? Yes, Hugo, get in. I hope they can swim. Давай скорее, мелкий, все, отпускай нас. Hold on tight. There you go. Whoa. I can't see any fish. Oh, that's because of the monster. What? A monster? Of course. The underground lakes are magical.
Huge ancient monsters hide in their depths. And watch out, they're very hungry. No, they're not. And if there were monsters, we'd see some big bubbles. You got me. Mummy used to say that monsters are just those things. Those things too. Just those things to which we have never given a name. She told me that too. I would quite like to see a monster, actually. Ну да, тут у нас только одна лебедка. This is where we get off. Oh, it was too quick. I know, but it's someone else's turn now. Давай по баринкому. There might be a whale. A whale is big, you know. Yes, but a little one. Why not? A shy whale that doesn't want to show itself. It's shy because it's small. But I'm sure it's pretty. Садитесь, что вам приглашение надо? Вот это немножечко бесит. Ну так я и нажимаю отпускать. Вы там уже в лодке 3 часа сидите. Сейчас быстренько лутану здесь. Ай, камни в пещере. Дефицит. Запомните, ребятки. Ну да, нам тут... А, нам тут даже... А, нам нужен взлом. Найдите замок или замок. А, ну, наверное, замок, потому что замок вот он. Мелли, I need your help. Open. О, не, ребятушки, тут какие-то новые приключения. Я думал, что глава сейчас закончится. Но она не заканчивается. Поэтому, ребятушки, мы пока что закончим серию здесь. И продолжим с этого момента. К тому же я пропустил Лутецки. Вот, спасибо, что были с нами. Приходите на следующие серии. Будем рады вас видеть. Вас, мы, вас, да. Вот, а пока что на этом все. Большое всем спасибо, что были с нами. Всем удачи, всем добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.